прикольно. Я не знаю, я обожаю этот опенинг. Вот, блин, в Ultra Street Fighter... В Ultra Street Fighter 4 опенинг, на мой взгляд, офигенный. Всем привет, друзья, с вами Ромашка Стелс, это Fighting Weekend. Мы продолжаем играть... В Ultra Street Fighter 4. Сегодня у нас будет заключительный стрим по этой игре. И сегодня мы поиграем не за новеньких бойцов, да, то есть мы не будем играть за Эльфу и Арту, мы не будем играть за Елену, которую вы сейчас видите на экране. Мы будем играть за классиков, за классических персонажей Street Fighter. Рюша, Кенчик, хотя Кенчик, наверное, уже хорош. Кенчик уже просто вот выше крыши. За Кэми поиграем, за Чун-Ли, за того же самого, кстати говоря, Акуму. Вот он. Ладно, короче говоря... Ой, господи. Ну, давай, 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 давай. Кривария, кримария. Где мои джойстики-то все? Рабочие, нерабочие. Все работает, все круто. Итак. Итак, итак, итак. Начинаем? Нет? Да? Там вообще трансляция-то идет? Идет, еще как идет. Надо что-то погромче даже, может быть, и сделать себе. Все вроде бы хорошо. 2 минуты. Все, понеслась. Что жутковато, как надо окошечко, мне кажется, приоткрыть. Будет потом. Короче, что я хотел? Чат хотел включить. Вот. Чат, чат это ваш. Заключительный стрим по Street Fighter 4. Надо где-то дыбать. Дыбать где-то Street Fighter 5, потому что у меня его нету. А как бы, так сказать, эпопея со Street Fighter была бы неполной без последней части, без пятой. Где вот ее достать, не знаю. Купить можно, конечно. Но у меня нет денег. Распространенная проблема. Чатик я включил, все здорово, все замечательно. Погнали, аркейд. А, все по дефолту. World Greatest Fighter. Ну что ж, начнем с супер классики. Рюша в оригинальном костюме, все по супер классике. Мецу Хадукин, Мецу Шорюкин, Ультра Комбо Дабл. Лучше будет Мецу Хадукин. Ну попроще делать вроде бы как. Итак, аниме смотрим. Или как Танчик говорит, Джапан мультики. Can't shake the feeling that something sinister is happening behind the scenes. This all feels so familiar. I must be on my guard. Fighting always feels familiar to me. Like coming home. Probably because I've been doing this. Да ладно, музыка классическая, Рюшина. The fight is a form of communication. It can lead to understanding. It holds a meaning deeper than your. Жалко, в чатике никого нет. Мне бы хоть сказали по звуку, не по звуку, что у нас там хорошо, плохо, слышно, не слышно. And I expect I'll meet some old friends again as well. Interacting with these fighters will guide me further down the path of becoming the ultimate warrior. Ну кто первый? Ой, это Poison. Окей. One hell of a show! The answer lies in the heart of battle. Ты прав, Рюша, ты прав полностью. Я согласен с Рю. Poison, вот, ну не будь ты мужиком, было бы все так здорово. Давай, ехали потихонечку! Надо, кстати, еще размяться, я же только вот как неделю назад играл. Захват! Да. Вот. Ай, нет! Заблокировал. Одна хуйжи заблокировал. Это я хочу... Ты в воздухе сделал, не получилось. Ладно, хрен с ним. Я никак не могу понять, громко ли, не громко ли. Вроде бы нормально, а вроде нет. Будет потом сейчас на телефоне звук включить. И это. Sir,
Ай ты! А я думал, я буду тебя бить вот так вот. Сейчас покажу. Нет. А. Блин, это херня какая-то получилась. Ну ладно. Я думал бомбочку замутить, а я, оказывается, не умею их делать. I don't know how you can fight wearing those shoes. Ну, Рю, тут так, очень такой вопрос, я хочу сказать, деликатный. Да Капре, вот, кстати, вот с кем я точно не дрался еще, так это с ней. Я за нее дрался, но против нее еще не сталкивался ни разу. Обожаю ее, это же Кэми. Это Кэми. Это клон Кэми, я не знаю, клон, не клон, может быть, это и есть Кэми, только немного другая. Типа как Evil Ryu, только Evil Кэми. Пиу-пиу-пиу-пиу. Успею. Успел. Блин, Макс. Нет. Пробило блок, окей. Бум. Ну, в принципе, что за Рю, что за Кена, за них играть одинаково, ну, как бы, одинаково. Это я там, да? Да, это я. Ха-ха-ха, я просто послушал звук, потому что в чате никого нет. К сожалению. Farewell Alone. Ромашка стал сегодня. И никто не может мне сказать, что у нас по звуку. В итоге пришлось проверять самому. Я проверил, все хорошо. Воу. Ух. Хадук. Надо было медленный. Медленный надо было кидать. Я не люблю драться одними хадукинами. Хочется что-то поинтереснее замутить. А я это... Не могу, не умею. Что там пошло, да? Шапам-пам-пам, шарюкин. Ух ты, потемнело, и эти сразу цветные стали клевые штуки. И бум, с вертухи хочу добить тебя. Кэми, пожалуйста. Кэми. Пожалуйста. Я не знаю, почему я тебя называю Кэми. Может быть, ты и не Кэми, но... Ну ладно. Street Fighter 2 ставил сейчас было добивание. Прием оттуда. Как странно, я смотрю свою собственную трансляцию на телефоне. Это не бывает. Обычно у меня трансляция там грузится, а чат работает. Сейчас наоборот, видимо. Трансляция есть, а чат не работает. Либо там просто никого нет. Скорее всего, второе. Норт Америка. О, Тхалсим. Тхалсим. Супер. It's the battle of the century. Fight! Go! Oh, ух ты! Ты меня как это своими руками взял. Да в смысле, ты пожалуйста, так не делай, блин. Окей. Да ладно, ты быть не можешь. Хадукинчик. Хадукинчик. Пум, пам-пам-пам. Ой, полетел хорошо, не хорошо, плохо, плохо. Сейчас я тебя как хадукинами, блядь, тащу! Не получается хадукин. Мега-супер хадукин не получается. Я не знаю почему. Я вроде нажимаю ту комбинацию кнопок, но она не работает в моих руках. Файт! Ихт! Бам! Ты подожди! Шелсин, ты подожди, пожалуйста! На самом деле, налетаешь туда. Почему я тебя ловлю на приземлении? Ловлю тебя, а ты не ловишь на приземлении. Так дела не делаются. Держи Хадукин. Шарюкин! А нет, смотрите, огненный Хадукинчик-то... Огненный-то я ему это самое... Пробеснул. Так можно вообще говорить. Пампинг. Как всегда, деремся до первой смерти. Бич! Я сдох. Нет. Круто, а сейчас будет камбэк. Смотри, камбэк будет. Асламбек. В смысле? Сейчас ты убежишь, да? Ну ладно, нет, нормально. Все хорошо. До первой смерти играем. Умирает персонаж. И мы переключаемся на другого. Сегодня играем за классических ребят.
за тех, кто были уже давно, кто не новенькие, скажем так, ребята в Street Fighter, тех, кого уже все знают, все любят. О, господи, блин, больше всего мне не нравится. Жаль, ее скипнуть нельзя. Ну опять Цумаки, Цумаки, а потом... А потом вот это. Бам-бам. Можно еще вот это добивать. Не просто. А че это она не хочет? Вот это вообще еще не вообще имба. Ну да, надо было, собственно, этим ударом всегда и бить. Супер, спасибо. Спасибо. Это комплимент. Я идеален. Замечательно. Все скучновато, никто в чат не пришел, ни с кем даже не поединять, что там, как по выходные, не выходные. Ох ты, Янг. Ох, не понравилось мне драться за Янга. Ну давай. Сейчас будет здорово, если он меня еще это отпи-пи-пирит. Ну да, походу так и будет. Я не хотелось бы ему проиграть. Ну подсечку ты дай, делай тоже ты. Надо понимать такие вещи, Тарюша. Ну давай вот туда, в угол. Ты чё, мать, чё, хотя робот Зангиев, кстати, он на заднем плане. Спокойно. Спокойно, еще раз. Стой, нет, вот это, да-да-да-да-да. Пробью, не пробью. Зато захват, замечательно. Но вот этому чуваку, правда, не хочется прыгнуть. Не хочется. Бывает так, что не хочется, да, что-то делать. Ты не делаешь. Так, сейчас и получилось. Кому бы мне хотелось проиграть Зарю? Честно признаться, Акуме я бы проиграл. Кстати говоря, про Акуму. Сегодня Акума рядом. Акума сегодня рядом. Он здесь рядом. Акума, его сила в моих руках. Хэми. Я не могу. Я тебе согласен проиграть. Если я тебе проиграю, я буду просто рад и счастлив. Ох ты! И чё? Хорош. Где? Нет. Один удар. Ух ты, ух ты, ух ты. А блокирует, смотри. Ну, блин, это было, конечно. Понятно. Немножко, кстати, FPS такое ощущение, что проседает на трансляции. Вот я на свою смотрю, она немножко подлагивает транслейшн-то. Мне, например, это не нравится. Да ёпта. Блин, я смотрю на собственную трансляцию вместо того, чтобы драться. Потому что, блин, эти проседания FPS мне вообще не нравятся. Хотя тридцатка вроде идет. Тридцатка и потерь кадров нету. Не знаю. Не знаю, что так плохо.
Согласен, согласен. Не, ну я с удовольствием подерусь с других персонажей. Я говорю, я согласен проиграть Кэмми. Господи, это было так сейчас громко даже у меня. Я уж не знаю, что там было с микрофоном, наверное. Человечество могло сейчас лишиться слуха. Ладно, следующий классический у нас Ихондочка. Ихондочка, давайте в альтернативном костюме попробуем сходить. У нас Агат в Африке. Вообще, конечно, можно катать по три каточки за каждого. Но в этом, да? Ну, особо тоже не растягивает. Ой. Как мне повезло сейчас, мне повезло просто неимоверно, шапа па 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 па. Да ладно, нет, не того. А где моя рука здоровая? А вот она, которая машет на пол экрана. Захват. Упал. Коротенькую, коротенькую, пожалуйста. Нет, никак. Да ёб твою налево. Блять! Почему все время на последней жизни? Все время на последней. Все время моего существования на этой планете, блять. Как я уже вот и на прошлых файтинг-викендах говорил. Вообще, файтинги это одна из тех немногих игр, которые заставляют меня рейджить прям вот очень по-серьезному. Прям ругаюсь матом так много, что прям просто пиздец. Прям у меня гормон тестостерона выделяется. Когда я в это играю. Или в гонки. Вот гонки и файтинги, это прям да. Если меня в игре подлагивает, то, наверное, на стриме тем более. А почему? Надо было, наверное, компушечку ребутнуть надо было компушечку прежде чем заниматься этими вещами. Нет, остановлю. Ну как остановил, блядь? За собой остановил, да. Поэтому с ним тоже на расстоянии не подерешься. Был бы он какой-то контакт, хотя бы вот этими дальними штуками доевали. В принципе, сработало. Окей. За Ихонду я любил играть в Street Fighter 2. В Super Street Fighter 2. Вообще, этот сюмоист мне весьма симпатичен. В отличие от Ганрию из Текена. Вот, текенский сюмоист Ганрию мне что-то не очень прям зашел. А этот такой харизматичный, морда раскрашена. И у него это, в Street Fighter, в Super Street Fighter, да и в обычном Street Fighter, у него это, стейдж крутой, с баней, с японской. По-моему, в прошлый раз я за поезд прошел этот бонус. Тоже просто занимаюсь херней, по сути. Обычный. Две штуки осталось. По идее, или две секунды. Сложно. Судить! Успел! Смотри, все схуячил. Да, прикольно. Ну один удар, что тут делать-то? Не сложно. Вот. О, да бич! Вот это вообще мне не повезло. Как я его ненавижу, М. Байсон, самый ненавистный мой персонаж Street Fighter. Бум! Да пиздец нам.
В ту сторону, Еша. Еша! Где? Кстати, я Рю называю Рюша, Кена Кенчиком, а Ехонду никак раньше не называл, а сейчас его назвал Еша. Мне понравилось. ММ подходит. Блять, что так лагает? Ну что ты делаешь? Подсечку говорю. Вот из-за того, что лагает игра, Еша делает не те приемы, которые я, блядь, говорю ему делать. А лагает из-за карты, я не знаю из-за чего. Может быть еще и из-за ОБС. Ну вы сами видите, стрим подлагивается. Я не знаю, что с этим сделать. Я ничего не могу за этим. Блядь, опять нахуй. На, Питер. Прыжок, удар. И пошел. Жми вот стену эту. Скотину. Ну почему подсечку-то не делаешь? Блять, ты что, гонишь что ли? Еша, что у тебя происходит? Ладно, вы вместо подсечки хуячите меня рукой. Плохо. О, нет, нормально. Нет, лист, ну ты сам же видишь, что лагает. Лист, привет, во-первых. Привет. Это во-первых. А во-вторых, и лагает, и рухи. Тут все подряд, поэтому тут все нормально. Но если я просто не понимаю, почему он один раз делает подсечку, когда я сижу, а второй раз... топает ногой. Блять, как жалко, я хочу с Ехонду, блять, без хотя бы с этим бизоном. Так, следующий классический персонаж, кстати говоря, Акумушка. Акумушка. Вот этот чувачок. Вот этот чувачок. В оригинальном костюме, в альтернативном, давайте в альтернативном схожу, их тут 5 штук. Ну, зеленый, почему? Вот альтернативный 2 хочу. Бум! Не, кстати, прикольный костюм, мне нравится. Ну, Сакура, это не то. Она клевая, но если был бы М. Байсон, я бы сразился. Акумой против М. Байсона! Хотя, я думаю, у нее и Сакура может жопу надрать. Куда ты улетел-то? Зачем ты улетел? What the fuck? А где мой... А, все, вот он есть. На месте, все на месте. Сейчас дайте вспомнить, что там за Акума-то делаешь-то? Где там мои руки-то? Захват! Ух ты, она мне сама сделала захват. Здорово, мне нравится Сакура. Сакура клёвая. Или как ее американцы называют, Сакура. Это клево. Ну что ж такое, почему ты так не делаешь? Где делаешь? Ну нет! Тихо, Хадухен! Еще один короткий. Нет, стой, жди, подсечка. Как это? Ну я нет, что-то сделал. Отбился, отпинался от девочки в красных трусах. Повезло чуть-чуть, наверное. Бум, нет, стой. Что ж такое, реально лаги, такого не было на прошлом стриме по Street Fighter. Надо, наверное, тут перезапустить стримчик. Попробовать, посмотреть, как пойдет. Куда ты полетел? Не захват! Как она блокирует, что делает? Что такое? Что за женщина? Тихо. Не, в воздухе. В воздухе кинь, Хадуген, блять, в воздухе брось. Ладно, не бросай. Нет, ну брось, ну наконец-то. Уже руки не те руки уже у Ромашки Стелса, чтобы в воздухе Хадугенами разбрасываться. Тихо! Бум! И подсечка. Нет, окей, хотя бы так, Коба Бонга в чате пишет, девочки в красных трусах самые отмороженные. В принципе, я с ним полностью согласен. Из всех девчонок, которых я встречал, которые носили красные трусы, все отмороженные по голове.
Fight Your Rival. Ну-ка, давай посмотрим, что там за Rival. Volcanic Rim. О, это будет эпично. Рюша! Интересно, интересно. Знаете, во что сейчас превратится бой? Я вам скажу. Хадукин! Шоурюкин! Хадукин! Уже поняли, я даже не буду, блядь, смотреть кат-сцену, потому что... Я говорил. Давай. Подожди, а разве тот Сумашенко, он разве... Да ладно. То есть получается... Ну а чё Хадукин не бросил все песни? Поезда мне! Прыгай! Не, жить вам одна. Бум! Отсечка не работает, когда он приземляется. Я так понимаю. И когда он прыгает, я по нему не попадаю в шоу. Это замечательно. Я согласен Рюшу проиграть. Ну, естественно, да. Только сиди и пизди. Вот это вот все называется. Да почему мой-то Хадукин не получает? Я не понимаю, блядь, нихуя. Из-за чего? Пидор. Да что, как ты будешь делать? Ну ебаный хуй. Да ну нахер, какая-то пизда. Ну не подойти, блядь! Все еще лагает по непонятной причине. Что за херня, блядь? Не было лагов, блядь. Ничего не было на прошлом стриме. На нахуй, сейчас, блядь, пожалуйста. Надо будет комп прибутнуть и по новой всю эту хуйню запустить. Иначе, блядь, это так все. Все это закончится, иначе очень плохо для моего психического здоровья. Так, значит, Акума у нас тоже без классики был. Все остальные новички. Переходим вниз. За Юри мы играли с Чунлихой. Ни хрена себе. Это Чунлиха, это лихо. Альтернативный костюм номер один. Надеюсь, он сексуальный. Ух ты, я обожаю эту сучку. Юри, блин, хочется... Ох ты. Джури. Юри. Сейчас я пизды как получу, дорба. А не жвайся нахрен! Тише. Нет! Захватик, пожалуйста. Нет, ну если не хочешь делать захватик, так и скажи. Чё ж сразу пизды получать? Да как? Зажал же. Да, я понял, так и будет, да, дальше будет приглашаться в канитель. Захват, пожалуйста. Нет, стой. Руки, ноги! Подсечки! Есть! Кунг-фу! В этот раз северный кулак оказался сильнее, чем тайквондо. Гоу! Блять, как все лагает, я не могу просто так играть. Нет, ребят, я сейчас доканчиваю. И я перезапускаю стрим, потому что это херня какая-то полная. Красота, блядь, красота, как же это так красиво, это просто красивее быть не может, ну, блядь. Нет! Колесо! Стой! Вспоминай, Ромашка Стелс, вспоминай Street Fighter 2! Ножки. Нет, подожди, вот сейчас ножки. Почти сделано все. Оплеуху! Чунли красивая. Надо фигурку себе с Чунли купить. Но лучше с Юри.
Так, сейчас мы сетка проходим, я попробую перезапустить стримчик, друзья, потому что это пиздец какой-то. Это какой-то пиздец, я на это все смотрю, и мне тошно, тошно. Если мы сета еще и пройдем, так сказать, я бы не стал сетовать на то, что мы пройдем сета. Как я, да? Какой я остроумный парень, и сколько я много знаю слов. Нет! Член. Гребаный. Тихо нахрен. Тихо. У тебя ноги-то длинные, ты не можешь, я же знаю. Ну, лишенька. Давай хосенку ему сделал. Хосенку сделай ему. Хосеночку не делает. Есть. Тихо. Пам-пам. Скорость, скорость. Наша. Только скорость. Только скорость. Это пиздец. Это пиздец, друзья. Я не могу, у меня вот все так тормозит, но вы видите, это пиздец как. Я так играть не могу. Бум, бам, допустим. Хорошо, я тебя понял. Тихо. Стой. Там, папа-папа-пара. Почему не папа-пара, я что-то не пойму. Ну, хотя бы. Нет, плохо, все плохо кончится. Я уже чувствую. Я его остановил, но он ко мне попал. Ух ты. У меня есть супер, но я его не сделаю. Никогда в жизни. Подожди, а Хосенко, он делается ногами или руками? Команд лист, спасибо. Ногами. Заебись. Сейчас попробовали. Не пиздец, нет. Тут же можно несколько, тут же можно тра-па-па-па-па, потом развернуться, еще тра-па-па-па-па. Ну, вот он получше у нее получается, как ногами делать. Сейчас проиграем, да? Я вот чувствую уже, я уже чувствую проигрыш. Прям уже вот прям вот у меня буквально вот. Уже вот он прям. О, около двери. Делай, пожалуйста, подсечку, когда я тебе нажимаю кнопку. Ну вот, блять, как так? Я вот ненавижу, когда лаги. Я ненавижу, когда лаги, и я ненавижу, когда я не умею играть в игру. Вот это самый важный аспект, на самом деле. Да ёб твою мать, что я прыгаю? Смысл какой сидеть? Вот это зачем было? Хотя нет, я понимаю, зачем это было. Ножки. Нет! Подсечка, ну жму же! Три раза нажал, блядь. Только на четвертый сработал. Как после такого? Как жить-то после такого? Плохо, пиздец. Мало-мало такого чего понимаем. Да. Сука! Ладно, не нервы вчера остался. Это все лаги. Ты молодец, ты хорошо играешь, ты профессионал, все хорошо. Но зачем ли не прошли сета? Они прошли, зачем ли сета? Кто у нас следующий из классики? Тхалсин. Ну не знаю, но это, конечно, прикольный персонаж, но он мне так не нравится. Вот за этого ублюдка я даже играть не буду. Как я его ненавижу. Нет, даже нет. Может, гайчиком? Он же тоже классический, можно сказать. Ну, в смысле, не новичок, не в четвертой части появился. Кто еще тут есть? Гуиля. Пилонгушка. Ну ладно, Пилонгу, конечно, перезагружать ты будешь? Буду, надо сета досетовать. И все тогда. Ладно, поехали по порядочку. Пусть будет The Hell Sim в альтернативном костюме номер 5. Так. Ван Дам. Ну да, Ван Дам. Гайл. А Кэми это Кайли Минок. Я помню этот страшный фильм. Что за гонеш, блядь?
Кошмар. Мне хочется, чтобы меня убили просто. Да блять, ну ёбаный цвет! Не, ну лаги серьезные, лаги прям очень серьезные. Ну это прям вот даже. Ну это смешно, блядь. Какая хуйня. Да Халсим, откуда он? Где он? Кто он такой? Причем с такой рожей. Ну, блядь, долетел! Ну, пиздец! Стой! Не то! Ну ладно, можно то, можно вот так. Вот захват сделаю ему, блядь! Назад, и вертушечка! Стой! Да, ну это было опрометчивым поступком. Стой! Чё ты так в воздухе зависаешь? Ты можешь нормально прыгать? Левитирующий членоклон. Класс, понял. Давай проебём, блядь. Захват сделай, ну слава тебе, вот. Такой слабенький захват, это даже, блядь, даже обидно немного. Бум! Я хотел его встретить и не пол... А в итоге, посмотрите, как красиво получилось. Ебальничек. Ёб твою мать, да как так? Я хочу нормально играть, я не хочу без лагов, ну, в смысле, с лагами играть. Я хочу убить этого чувака и, блядь, нормально перезапустить игру. Кем его захуячить? Я прям даже не... Я не хочу быть Халсимом, да Халсим, да. Давай. Сагат, Батяня, Батяня, Сагат. За нами Таиланд, Бангкок и Багдад. Стоп. А что у него за красная повязка? О, спортивные штаны, фига себе. Классная сальтуха. Мы с тобой чем-то похожи, мы как братья практически, кстати говоря. Сетушка. Пошел нахрен. Нижний, пожалуйста. Захватчик. Бум. Нет, подожди, вот этот. Да, вот этот удар, да, точно, точно. Тихо. Ну почему ты такой неправильный человек? Не понимаю тебя, Сагат, честно признаться. Что за неправильные действия вообще? Наблюдаются. Тайгерни! Аперкот. Ну, хотя бы так. Пиздец. Пиздец, пиздец, как только могут. Ой, хорошо встретил. Только что тебе лопеть чуть-чуть отбил. Подсечка. А, да я же не ту жмуха. Пиздец. Нет, он не попал. Ну как? Хватаю, как это. Как могу, а не хватается. Вообще ничего не хватает в этой жизни. Да ёб твой на СССР. Не тот удар жмуда, я почему все время промахиваюсь по кнопке-то, блядь. Что с ним? Во, вот это надо было делать все это время. Все это гребаное время было делать это. Все пиздец. Круто! Хороший бой. Хороший бой. Пытался проебать и все, тогда и все вообще замечательно. Ну, пизда. Твою мать. Ну ничего, блядь. Почему он, блин, блокирует Тайгер Хуэгер? Почему он все блокирует, да? Вот что-то в последнее время так что я за ним наблюдаю.
И блоки, ой, не блоки, и захваты у него все проходят, и блоки он делает, когда нужно. Блять, я прям флешбеки из этого самого. Ну да, это я понял, это флешбеки из четвертого Street Fighter обычного, вот, который у меня там на третьей Соньке стоит. Когда ты, блять, этого Сетха, ничего ему сделать не можешь. Ты бьешь, он все блокирует, и похуй. Че бы ты ни придумал, он, блять, все знает наперед. Ебаные компьютеры. Ебаные машины захватили весь мир. Ну-ка, блять! Гуй! Я таким образом сейчас всех бойцов классических перехуячу, ну как бы перепробую и все. И как бы, блядь, рубрику завершаем на сегодня. Так что ли получается? На одном сетке. Классный костюм. Ой, из Final Fight, из первого. Круто! Странно, я должен был пробить его этим ударом. Ну, Гай, я же за тебя умею драться. Что происходит? Здорово, здорово, да, блядь, умею на нахуй. Охуительно умею. Ты, то, что ты там что-то умеешь, это, блядь, компьютеру. Да пизды. Да подсечку-то делай. Вот эту, спасибо. Спасибо, вот так вот я тебе просил все это делать. Ты что-то раньше молчал. Мимо. Да ёпта, налево, да что ж ты все блокируешь-то? Да что ж ты за человек? Дай хоть поиграть-то, блядь, нормально. Сюха! Ёбаная, блядь, игра. Что такое? На костюм у Гая прикольно. Нет! Вот видите, все блокирует, да, раз практически. Стой. Удар. Вертуха! Да не такая! Плохо, зачем я сюда прыгнул? Ты дурачок, что ли? Ну, конечно. Локоть. Блять, можно было бы захват такой четкий сделать в воздухе, но что-то не попал. Блять, вот, в принципе, Гай, он хороший в альфе. Его скорость там очень сильно вытягивает. Здесь он вообще какой-то, блять, ни о чем нахуй. Ну, пиздец. Трать жизни, блять, ему. Ёбаная игра. Что происходит, блять? В прошлый раз Сет валился вообще любым бойцом. В этот раз, блять, не можем нихуя. Ой, блять. Вот она, все пошла. Матершина, все вот это вот, нервы. Очень рубрика, очень бьет по психике. Ну это, сука, я точно его завалю. Обожаю время. Давай, дружище, Коди. Нет, Бобонга, это не самый сложный режим. В том-то и дело. О, Mighty Final Fight. Ага! Ёпта, у нас лево. Налево-то. Да сколько можно-то? Хуй ты все блокируешь. Чё, чё за вот действительно, блядь, не самый сложный режим? Хуй пробьешь, блядь. Я ему ебал, непонятно, как я это сделал. Да почему раньше пробивался этот удар, сейчас не пробивается? Пиздец, вот вы посмотрите, он блокирует все. Я ему столько ударов понаношу, блядь, ему похую, он все блокирует. Он знает, где чего, когда блок, когда не блок. Тихо, стой вместе, стой на месте. Шлюхин читер. Какого зеленого? Бобонга, про кого ты говоришь? Что за зеленый? А, Бланка, что ли? Ну, конечно.
блядь, у меня руки опускаются, блядь. Не хочется жить, блядь, хочется напиться и идти бомжевать на улицу после таких игр. Ножик нахуй! Ну-ка нахуй отсюда, блядь! О, камешком! Пиздец тебе, сука, блядь! Хотя бы раунд вытянули, нормально! Нормально! И сколько эмоций у меня в файтинге всегда. Почему я в другие игры не так эмоционально играю? Пошел нахуй! А ну-ка, захватик, блядь! Эээ, блядь, отсюда! Естественно, да-да-да, продолжай, я как бы это... Не против! Подсечка же, нет? На нахуй, сам, блядь, лети отсюда! Пиздюк! Ну-ка, сука! Бум! Да как забыл? Камон, это чё вообще за сатана, блядь? Я что-то не понимаю вообще, чё, смысла жизни тогда сейчас вообще. Нахуй это надо? Зеленый бланк, блядь, вот бланк классический, сейчас, сука, пизды получишь. От бланка 100%. Ну, сука, пиздец где-то. Let's go. Все, ничего, никаких мультиков не надо смотреть. Все, поехали. Пиздадия, блядь, ты да вы ебанулся нахуй. Я не то жму-то. Подожди, дай, блядь, кнопки вспомнить. Охуел, что ли? Ну, все, пиздец, ты меня разозлил, блядь. Все, я не оставлю тебе шанса. На, ебать мать. А, хуй. Ну, я не дотягиваюсь. Знаете почему? Потому что, блядь, это полная хуйня. А? Шлюхин. Человек. Как делать? Нет, не то. А, это верхняя. Я понял. Тогда все, тогда пиздец. Тогда, в общем-то, все, мы все порешали сейчас. На, ебаный хрен. Да хуй тебе, блядь. Может, прыгать вообще не стоит? Вообще, в принципе, не стоит прыгать по жизни. То есть, как бы, вычеркнуть это вообще явление из своих прыжки мимо. Захватик, пожалуйста. Хорошо, ничего не... Подсечка, ёбаная! Ты будешь работать ты или нет? Ну, что ты там на работу устроишься или нет? Или так, куда ты низ? Нахуй, ебануться просто. Палки груза. Надо аниме смотреть теперь, что покажут. Кошмар. Джимми, you have company. Тебя зовут Джимми? What company? That's right. These folks saw the article about you and wanted to meet you in person. Me? Это жена его? Джимми. Looks like we finally made some friends. Why don't you bring some fruit for our guests? I'll go put some tea on. Ну, да, в общем-то, что сказать-то? Что сказать ему, да? Да? Так, я так и думал, что этим все закончится, собственно говоря. Ну что, надо перезапускать стримчанский. Что-то все как-то лагает.
скольких мы поиграли, сколькими получили пиздюлы. Пизделы получили много. Так. 52 минуты идет стрим. Ни хрена себе, 52 минуты такой жести. Ой, блядь. Так, ладно, ну что ж, тогда первую часть стрима я сейчас завершу. Сейчас я перезапущу стрим, перезагружу комп. Тут все позакрываю лишнего, чтоб ничего не лагало. И попробуем по новой. Там, может быть, все будет уже более быстренько, четенько. И тогда мы это... более подробно поиграем за персонажей там всяких Сагатов, Дхалсимов, Коди, Гуй, Гуил и прочие ребята. Так что я долго не прощаюсь с вами. Оба Бонга, хочешь оставайся, хочешь не оставайся. В смысле, я спровернусь. Peace.